Когда американцы собираются поставлять оружие на Украину, понятно, что им нужна война. Вот эта идея маленькой победоносной войны, она, к сожалению, сидит в башке каждого генерала. Тем более, где может прославиться генерал? Только на полях сражений. А лучше всего на полях сражений где-нибудь далеко. Не дома у себя, потому что там могут спросить, почему наши поля вдруг все изрыты минами, а именно далеко, на чужой территории. Поэтому идея победоносной войны на чужой территории – это как бы вот красная тряпка для каждого генерала. Соответственно, американцы очень хотят, чтобы украинцы своими руками сами разрушили вот этот хрупкий мир, который у нас окружает, чтобы они воевали, а американцы подкидывали им туда немножко оружия. Но дело в том, что они не учитывают одной маленькой детали. Украина – это большой рынок оружия. Украина торгует, и у них настолько налажена уже торговля оружием. Она же получила невероятное количество вооружения при развале. Они до сих пор продают его, советское оружие. Они до сих пор забиты под завязку. Этот контейнер, который был, контейнеровоз вот этот, который сомалийские пираты поймали в свое время, там, в 2008, по-моему, году, набитый украинское оружием, которое продавать хотели в Африку. Это же о чем говорит? О том, что Украина торгует. Поэтому Украина с удовольствием продаст, получив это оружие, кому попало, вплоть до ополченцев, с которыми воюют на Донбассе, как уже было неоднократно.